Добрый день, дорогие друзья. Вы на телеканале Этон ТВ. Программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальбан. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству и администрации президента подготовить к октябрю 2021 года предложение по созданию международного конкурса песни на русском языке. В России этот конкурс уже окрестили русским Евровидением. А с нами на связи из Москвы известный советский, российский поэт, песенник, литератор, продюсер, журналист, копирайтер, автор бессмертных хитов «Наш дурдом голосует за Путина» и «Новые песни о евреях». Александр Елен. Саша, рад тебя приветствовать. Добрый день. Добрый день, здрасте. Добрый день. Саш, для начала вопрос такой протокольный, то, что называется. Чем продиктована необходимость проведения такого конкурса и какова вероятность, извини уж за мою настырность, назойливость и циничность одновременно, какова вероятность того, что деньги, отпущенные на этот грандиозный конкурс, будут просто станут предметом обыкновенного распила? Ну, смотрите, распил — это же такая тонкая тема. На самом деле просто назначат себе правильные зарплаты, ответственные люди. Будет хорошая, красивая компания с большим опытом устройства подобных мероприятий. Может быть, даже те люди, которые делали российское Евровидение в какой-то момент, открывали Олимпиаду. Я даже приблизительно пофамильно знаю этих людей. Вот, но они сделают хорошую работу, будет большой конкурс, позовут разных певцов, проверят их на сексуальную ориентацию, на как бы, ну так, чтобы не было повторения Евровидения, на отсутствие в анамнезе какой-нибудь странной выходки или каких-нибудь высказываний политически некорректных. Вот, и покажут, что это важное политическое мероприятие. Во-первых, народ надо держать в патриотическом тонусе. Тут все флаги в гости к нам приехали и поют русские песни. Всегда есть куча артистов, которые ищут сцену. Как сказал Андрей Вадимович Макаревич, музыки производится намного больше, чем ее нужно. Вот, вот приедут люди, будут петь какие-то песни по-русски где-нибудь. Простодушные люди будут смотреть и радоваться. Вообще искусства не бывает много, пусть будет, чего ж нет. Саш, тогда еще вопрос. Ты уже вскользь упомянул о неких ограничениях. Депутат Госдумы господин Милонов тоже очень живо откликнулся на инициативу президента Путина. Он сказал, я процитирую, в конкурсе будут принимать, он уже очевидно знает, в конкурсе будут принимать участие только те, кто умеет петь, а всех фриков по типу Милохина и Моргенштерна нужно оставить на Евровидении. Необходимо ввести определенные параметры, например, нельзя петь о наркотиках и меньшинствах. Конец цитаты. У меня вопрос тоже провокационный к тебе. Означает ли это, что твоя песня о новых евреях «Хамас Маздаст» не сможет принять участие в этом конкурсе? Ну, Милонов такой чувак, он как бы лепит горбатого, не думая. У него, ну, словесный понос, наверное, это самое легкое, что можно про него сказать. Он все время, ему лишь бы заклеймить каких-нибудь нетрадиционных людей, назвать их там меньшинствами. Ну, к евреям, конечно, это не будет относиться, с евреями все в порядке. Ну, максимум, что вот шестиконечную звезду на Александре Третьем быстро переделали в восьмиконечную. Да, углядели, так сказать, неправильную гексаграмму. Я даже об этом стишок сегодня написал. Тут, это праздник патриотизма, повторюсь. Да, конечно, важно, чтобы это были хорошие люди. И наверняка даже аудитория у этой программы какая-то будет. Просто вот это вот умеет петь, не умеет петь. Надо сказать, что в какую программу не включи в выходные, а там на всех каналах песенные конкурсы. Огромное количество людей, которые умеют петь. Для меня это такой конкурс, знаете, как на заводе выпускали там гитары, которые стоили 6,50. И вот сидит гитарист и играет на гитаре песни, и конкурс, какая гитара лучше. Все ребята, которых нам показывают в этих конкурсах,
но они как бы серийного производства, там личностей очень мало. Более того, даже если есть хорошие вокалисты, реально там с интересными, запоминающимися голосами, никто из них потом не становится звездой, хотя бы потому, что нет репертуара, нечего петь. А вот зато у этих ребят, у которых голоса нет, у этих Моргенштернов там, и бог знает кого, у них, простите уж меня за это неправильное русское слово, аттрактивный материал. То, что молодежи нравится, они сами молодежь, они прекрасно чувствуют, что нужно и как это подавать. Поэтому, ну, пусть Милонов и дальше слушает, кого он любит. Это же не в армию идти или не идти, да? Тут, как говорится, придут за тобой и поведут. Или посадят за уклонение. А здесь хочешь, слушай радио, не хочешь, выключи. Но у Милонова еще одна замечательная мысль прозвучала. Опять же, процитирую. Он пишет, говорит, вернее, что в конкурсе с удовольствием примет участие Тиль Линдеман из «Раймштейн». Если, он, правда, оговаривает, если он не будет петь гадости про детей. Конец цитаты. Саш, скажи, пожалуйста, а может быть, Линдемана лучше сразу в председателе жюри определить? Это было бы гораздо прикольнее. Он же вообще считается не менее преданным другом нынешней России, чем, по-моему, там Жерар Депардье, кто еще там, Оливер Стоун. Вполне можно. Он прекрасно спел, кстати, без иронии говорю, песню Барнеса «Любимый город». Замечательно прозвучало. Правда, в самолете с красными звездами он смотрелся не очень органично со своим акцентом немецким, но тем не менее. Ну, это очень такая, эта тема длинная, и начинать ее надо, наверное, с того, что в самолетах с красными звездами во время Великой Отечественной войны летало множество русских немцев, воевавших против фашизма, вот, и ненавидящих Гитлера, как человека, который поставил их родину на, ну, как бы, их, да, их ну, родину, как это, как я, не малая родина, как но это. Но есть и герои Советского Союза, кстати, немцы. Да, конечно, конечно, нормально, Тиль известный, как бы, человек, который любит Россию, любит Россию, любит до слез, как там в одной песне пелось. Да, но дело в том, что это к власти не имеет никакого отношения. Просто он нашел в России очень хороших ребят, которые снимают ему клипы. В России дешевле студии. В России много что дешевле, чем в Германии. Вот. И поскольку нынешнее поколение чиновников было задето группой «Рамштайн» там 20 лет назад, то все они относятся к нему как... Дмитрий Медведев в группе Deep Purple, например, да, или как Владимир Владимирович в группе Любе. Вот, то есть, ну, просто его любят и правильно любят. А то, что он, например, я не могу сказать, что он украл у меня тему песни «Нелюбви к детей», но песня «Педофоб» группы «Рапфак» тоже довольно, довольно популярна. А то, что он спел практически там о школьном буллинге, это нормальная история, да. И почему она не понравилась Милонову? Но только потому, что ему надо, опять же, подскочить, заверещать и сказать, вот он я, что-то я выпал из повестки, посмотрите, я теперь тоже ньюсмейкер опять. Ну, бог с ним, пусть будет. Саш, еще вопрос об одном медийном персонажи российской эстрады, хотя я очень не люблю это слово, честно говоря. Мария Кац, Юдиф, первая участница российского конкурса Евровидения в 1994 году это было, она рассказала, я тоже процитирую ее: «Русское Евровидение должно отличаться грандиозностью, и я бы хотела видеть там дорогую эстраду». Конец цитаты. Что такое дорогая эстрада в российском варианте? Это как Мадонна, поющая валенки, или, может быть, Стинг, исполняющий 3 сентября? Ну, дорогая эстрада – это скорее обращение. Дорогая эстрада, дайте нам, наконец, хорошую. А я все как еврей к финансам. Машенька сама прекрасная певица. Я с ней дружу долгие годы. Она, конечно, как любой очень хороший, очень заточенный, с хорошим вкусом профессионал, хочет, чтобы на сцене, правда, выступали профессионалы, чтобы постановки были с вложением денег, чтобы в студиях работали дорогие продюсеры, а не кто попало. Ее перфекционизм выражается вот в словесной форме так, что давайте русское Евровидение будет конкурсом дорогих
обученных хороших певцов, а не наглой, неопытной молодежи. Но это, конечно, мне кажется, мечта такая, которая не сбудется, вот, потому что приедут политические благонадежные и выглядящие с точки зрения принимающей стороны как бы достаточно привлекательно для русской публики, которая избалована, потому что мы видим, что в России давным-давно существуют хорошие, дорогие шоу-проекты, mm-hmm. что на концерты Филиппа Киркорова ходят не только потому, что он красавчик и поет, но еще и потому, что там очень много шоу, очень много костюмов потрясающих, трюков, ну и так далее. Ну и, конечно, если приедут люди, у которых есть... как бы за ними стоят продюсеры, композиторы, обученные, правильные, из Беркли или еще откуда-нибудь. Ну, конечно, это будет интересный конкурс. Почему не петь по-русски? Есть очень много примеров. Уда Диркшнайдер из группы «Акцепт», давно выступающий сольно, на каждом альбоме поет одну песню по-русски. Это прекрасно слушается. Есть финская группа «Курск», которая вообще все время поет по-русски. И та же Мадонна пела с... Гудзи, его правильная фамилия, Гоголь Борделло, такая группа, которая украинско-американская, она с ними тоже пела что-то там такое по-украинско-русски. Это совершенно нормально. Есть, почему бы им не петь по-русски? Есть испанские варианты у англоязычных певцов. И даже Битлз пели по-немецки. Вот. Пусть поют по-русски, это клево, мне нравится. Может, я даже кому-нибудь из них текст переведу. Вот. Но, к слову, я когда готовился... к нашему разговору вспомнил, ну, поскольку я человек не совсем молодой, я помню замечательный фестиваль в Польше в Зеленой Гуре, когда участники этого фестиваля пели песни именно на русском языке. Был фестиваль современной советской русской песни. Это было замечательно. Здесь есть еще такой чисто продюсерский момент. У нас очень любят, когда певцы поют по-русски с небольшим акцентом, это запоминается. Да. Такая была Эдита Пьеха, которая пела вроде бы по-русски, но чуть-чуть не совсем. Вот. Совершенно верно. Так что вопрос просто, что это будет ерунда, а не настоящий хороший конкурс. Потому что его неправильно будут организовывать, дорого, богато, но неправильно. Но сама идея, да почему нет? Конечно, никаким Евровидением это не будет, Евровидение останется как формат. Вот, но какой-нибудь конкурс типа «Зеленой Гуры» – шикарно. Саш, спасибо. Спасибо огромное за участие в программе и, как всегда, за очень компетентное мнение. Спасибо. Всего самого доброго. Спасибо. Будь вам. Здоров. Всего и доброго. До новых встреч. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего доброго. Будьте здоровы. До новых встреч.